Девы, что вас ожидает в мае месяце 2021 года? Мне показывает, что вы сидите где-то на природе, на каких-то там качелях, качаетесь, расслабляетесь. Вот такое. Это о чем говорит? О том, что говорит, что вы слишком сильно устали, вы много потрудились, вам тяжело уже, и ваш организм и душа требуют отдыха. Вот. Так что вам нужно заняться медитацией, выехать на природу. Ну, кому что? Кто-то пойдет в спа, кто-то будет посещать бани. Но в любом случае вам нужно отдохнуться, отдохнуть. Вас самих будет тянуть, что «Ой, надоело все, уединиться, не хочу ничего слушать, не хочу ничего видеть». Это говорит о том, что слишком много труда, слишком много... Вы трудились, устали, и нервное перенапряжение. Кто-то ударится в паломничество, поедет по святым местам. Для каждого свое. Кто-то будет сидеть на даче, кто-то поедет на море, кто-то вот на природу поедет, будет на природе купаться, варить кашу на костре. Что поможет вам расслабиться, расслабиться и телесно, и душевно, и получить какое-то успокоение. Надо себе это позволить. И девы, позволяйте себе, иначе может быть нервный срыв. Потому что май месяц говорит вам о том, что отойдите от дел, отложите их на потом, отдохните, наберитесь сил, энергии, ну и потом уже в следующем месяце будете решать свои проблемы. А сейчас нужно отдохнуть, отдохнуть, обязательно отдохнуть. Удачи вам в отдыхе, на природе. Всем пока.